записаны БКЗ Октябрьская, а Москва около памятника Грибоедова у станции Чистые пруды до Соловецкого камня. Вагон. Нет, еще мало, это мы так еще. Совсем мы. Я может быть приеду в Питер, пишем Саше. Ну да. Вы нас там увидите. Не, я знаю, что вас там увижу. Просто я не знаю, вы где-то собираетесь, может быть, до начала марта. Нет, этого нет. Все добираются сами. А. Очень сложно там. Просто, уже в Питере. Просто самое простое для власти за кого-нибудь из нас заплатить там за что за переход в правильном месте, и чтобы мы не появились на митинге, и это для них прямо победа. Нас уже в Гарри где только не задерживали, в аэропорту в свое время и как угодно. Поэтому мы предпочитаем вот так вот. Он, наверное, полетит, может быть. Вот, может быть, вы с ним тогда. Он обычно летает в сопровождении журналистов. Это было бы очень хорошо. Просто вы можете взять с ним билет, но не исключена возможность, что его могут просто на лестнику снять, как он там будет потом, я не знаю. Обычно летает, да, это его. Как-то мы взяли два вагона людей, посадили, это еще на заре, и поехали в Питер, в плацкартные вагоны. Здорово было. Ой. Сейчас уже вот, наверное, невозможно такое. На поезде тоже. Поезд тоже выполняет. Поезд как раз контролируется очень сильно, потому что билеты берешь по паспорту, у нас же давно. Что, по поездам по паспорту? Да, да и автобусы ходят. Я тоже брала. То есть сразу поступает. Не, сразу данные поступают в куда надо. Когда я здесь был, не было. Куда надо, у нас, например, даже самых там. В пятой степени каких-то национал-большевиков и то задерживают либо на вокзале, поскольку сообщают данные.